прекрасный праздник, который мы празднуем как христиане, воскресение Иисуса Христа. Вы знаете, даже перед тем, как Наташа прочитала стих, я тоже подумал о такой аллегории или сравнении с праздником Победы. Только в том празднике есть побежденные победители, а в этом празднике есть побежденный дьявол, а среди людей только победители, те, кто пожелал добровольно присоединиться с любого народа, с любой нации, с любого племени. Желающие могут и сейчас присоединиться к этим победителям и войти в небо. Это такая благодать, если вдуматься, и величие, задумка такая великая Божья, которую мы сейчас, благодаря тому, что имеем Писание и Новый Завет, мы уже понимаем, а как мы читали и братья рассуждали, что еще даже ученики сразу после воскресения Иисуса Христа, они не могли понять всего этого и вложить, и соединить Писание и понять, что же произошло, пока Христос, являясь им воскресший, в течение 40 дней написано, убедил их на основании Писания, на основании того, что показывал свои раны и разъяснил, и тогда вера их не укрепла. И они смогли после того, как получили дар Святого Духа, идти и уже не сомневаясь, не отвергаясь от Него, как до этого сделали Петр и другие разбежались, но твердо уповали на Господа. Слава Господу! И вы знаете, что делал Иисус все эти 40 дней? Он рассуждал с ними, убеждал их на основании Писаний. И сегодня уже первый брат говорил о том, что нам нужно рассуждать об этом, чтобы наша вера крепла. И праздник Победы, я думаю, празднуется для того, 9 мая, да, для того, чтобы утвердить людей, что они могут, что они победители, чтобы их дух рос, национальный дух, я в хорошем смысле слова имею в виду. И мы, христиане, празднуем, напоминаем об этом, о том, что мы победители, слава Господу, во Христе Иисусе. У нас есть надежда не только на этой земле, но и в будущем, в вечности, жить вместе со Христом. И я бы хотел сегодня порассуждать просто о том, что сделал Христос в своей жизни на этой земле, и что мы можем из этого извлечь, и какой пример взять для себя. И перед этим я прочитаю два места из Священных Писаний. Первое, это будет из Евангелия от Иоанна, 19 глава, с 28 стиха и чуть-чуть ниже, 3 стиха прочитаю. Евангелие от Иоанна, 19 глава. 28 стих и ниже. «После того Иисус, зная, что уже все свершилось, заметьте, да сбудется Писание, говорит жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, «Совершилось», и, преклонив голову, предал дух». И я бы еще одно место, которое я хочу прочитать, это записано в послании к филиппийцам. Уже апостол Павел, как бы вкратце, в нескольких стихах описывает, что же совершилось, что совершил Иисус Христос. Это записано в послании к филиппийцам, 2 глава. Я прочитаю с 4 стиха. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Слава Богу за то, что Он смирился и пришел на эту землю, смирился даже до смерти и смерти крестной. И я бы хотел, чтобы мы задумались просто в нашем разуме. Благодарение Богу, что Он нам дал такую возможность. Мы можем представлять и, будучи находясь на этом месте, переноситься в другое время, в другое место и переживать как-то внутри себя, сопоставлять свою жизнь с тем, что сделал Иисус Христос. Я бы хотел просто порассуждать. Вы знаете,
Не знаю, как вы, я задумывался не раз, вот почему Иисусу Христу нужно было прийти и родиться как Мессии. Ведь Он 30 лет прожил и не трудился, как бы, Он не исполнял, не ходил, не проповедовал, Он не исцелял никого. Примерно до 30 лет Он просто жил, возрастал в простой семье. Вы не задумывались об этом? Почему Бог, Он же мог быть, как Бог, прийти на землю со знамением или воплотиться во взрослого человека, или сделать какое-то чудо. Он Бог, Он всемогущий, но Ему нужно было родиться, пройти от рождения до 30 лет, и всего примерно, говорят, 3 года служения такого активного, когда Он вышел в люди, проповедовал, открыл Себя людям. И 30 лет перед этим жил Он в семье обычной, простой. У Него были братья и сестры, Он не родился один. Ему надо было родиться в многодетной семье. Я как-то читал в этом году Писание и обратил на это внимание. Думаю, интересно, Его двоюродный брат Иоанн, да, он родился один у родителей, уже престарелых, со знамением, родился не в простой семье, у священника. И написано, что люди, живя вокруг, уже ожидали, ну кто же это будет, что так родился? Ожидали, и у них не было никаких сомнений, к нему не было претензий таких. Его все почитали за пророка, потому что с самого рождения как бы было засвидетельствовано такие знамения. Ну как может быть, отец священник, стал немым, все видели, свидетели, он один в семье, родился в престарелых годах у родителей. И уже как-то его ожидали, и все живущие вокруг, что же это будет за ребенок, что он сделает в Израиле. И его приняли и не ставили под сомнение, в то время как небольшая разница, всего лишь двоюродный брат, родственник, но рождается в многодетной семье, в простого плотника. Как-то так были знамения, но в силу обстоятельств, в том, что им пришлось бежать в Египет, потом менять места жительства, получается, что люди даже думали, что он наверняка, когда говорили, может ли быть из Галилеи что-то доброе, они не знали, что он родился в Вифлееме. То есть, такие обстоятельства интересные, и через все это надо было пройти Иисусу Христу. И вы знаете, когда я задумываюсь о том, что же свершилось, когда Он сказал «свершилось», я думаю, что мы все можем сказать, что свершилась воля Бога на земле. Иисус Христос, Он завершил этот план на земле спасения людей. Но в первую очередь Он совершил то, что Он совершил послушание. Он полностью исполнил волю Бога на земле. Все, что задумал Иисус, вернее, все, что было сказано о Нем в Писании, Он все исполнил. И на что я обратил внимание, и хотел бы ваше обратить внимание, что Иисус Христос, живя на протяжении всей своей жизни, самое первое, о чем Он заботился, когда Его постигали искушения, трудности, и даже перед самой смертью, и даже вися на кресте, как я только что прочитал, дабы исполнилось Писание, Он попросил пить. То есть номер один, о чем Он думал в трудностях в своей жизни, чтобы исполнилось Писание. Когда они были в Гефсиманском саду, и пришли его братья, Петр отсек ухо рабу первосвященническому, помните, Иисус сказал, вложи меч свой в ножны. И какая причина, Он говорит, как же исполнится Писание? Как же исполнится Писание? Я бы мог позвать, у меня есть власть, мог бы попросить Отца, Он бы послал много ангелов, и все было бы по-другому, но должно исполниться Писание. И для меня это большой урок, живя на этой земле, чем мы руководствуемся, когда в нашу жизнь приходят сложности, трудности, переживания. Заботимся ли мы о том, как, знаете, говорят украинцы, обо мне было добро, да, чтобы только мне было хорошо сейчас и хорошо. Или мы заботимся о том, чтобы исполнилась Божья воля, Божье Слово в нашей жизни. И возвращаясь опять к детству Иисуса Христа, знаете, я просто анализировал свое детство, когда я был маленьким, и не всегда я был послушным своим родителям, к сожалению. Сейчас уже, проживя жизнь больше, я понимаю, насколько это было важно быть послушным. И я себе думал, какие у меня аргументы были. В каких-то моментах я считал, что, может быть, родители были неправы или не совсем меня поняли, или где-то я уже лучше понимаю жизнь, когда подростком был. И я подумал о Христе. Вы представляете себе, Бог,
живет в человеке, и он добровольно подчиняет себе, и написано, был послушным родителям. Бог послушный людям, он исполняет полностью Писание, и он то, что говорит Писание, быть послушным родителям, он не смотрит на то, что ну я же Господь, я исключение из правил, должен быть послушным, он был послушным своим родителям. И поэтому я бы хотел сказать, в первую очередь, конечно, молодежи, если вы думаете, что родители, может быть, не правы или вас не понимают, у нас есть прекрасный пример, совершенный, Иисус Христос. Будучи Богом, будучи всесильным, он не почитал это каким-то хищением для себя, но перед ним стояла цель исполнить Писание, и он был послушным своим родителям. Далее, когда он был в служении, и мы находим из Священного Писания, когда он уже вышел на служение, что даже его родные братья его не понимали и не поддерживали в какой-то момент его служения. Некоторые ученики отошли от него, мы читаем, и он предложил другим 12, не хотите ли вы отойти? Но тем не менее, он не опустил руки, и он не сказал, что ну что с этими людьми сделаешь, это ж люди, хотя он, были моменты, когда к нему приводили бесноватого, что он как бы расстраивался от такого отношения людей, что ихнего неверия такого, ихнего непостоянства. Но тем не менее, я верю, что перед ним была четкая цель, и он ее видел, исполнить волю Божью. Только чтобы исполнились Писания, исполнились пророчества, это номер один. Как бы ни было тяжело, может быть и не было непонятно, или я не знаю, почему он так молился и обращался к Богу в Гефсимании, в молитве, говоря о том, что «Боже, если можно, пусть минует меня чаша сия». Будучи Богом, я думаю, что он знал план, может быть, не совсем спасения, но я точно знаю, что он знал Писание, и его цель была, и он сам об этом свидетельствовал, исполнить эти Писания. Как же исполнится Писание? И для себя я бы хотел, и для вас, чтобы мы взяли такой урок из жизни Иисуса Христа, что, живя на этой земле, когда приходят к нам трудности, когда приходят к нам, а я знаю, ко всем из нас приходят рано или поздно, в семье, в отношении, может быть, с детьми, чем больше они растут, я думаю, тем больше родители сталкиваются, на работе, просто с соседями, и это может быть внезапно, чтобы в нашей жизни мы взяли для себя как за правило, как это сделал Иисус Христос, оставив нам пример, что первое, что я должен сделать, это постараться исполнить Писание, исполнить волю Божью. В любом, что бы ни было, как ни было бы больно, обидно, несправедливо, если я что-то хочу предпринять, пусть Бог нам поможет, и я к себе это тоже говорю, подумать о том, если я так поступлю, в этом прославится Господь, я исполню волю Божью. Или я сейчас хочу доказать что-то по плоти, или чего-то добиться, или какой-то выгоды, или отстоять себя лично. И я верю, что это возможно, если мы позволим Богу жить в нашей жизни. Или другими словами, если мы с Ним однажды, приняв водное крещение, мы умерли для себя и воскресли для жизни с Иисусом Христом. И если мы с этой мыслью живем, что мы живем для будущего, для победы, для того, чтобы жить вечно с Богом на небесах, и там уже не будет этих трудностей, там не будет переживаний, а здесь, на земле, как уже говорили братья передо мной, и как мы видим из Писания, Христос составляет этот пример, Он прошел буквально через все, через детство трудное. Я имею в виду, что будучи рожденным, мы не знаем точно, сколько ему было, пришлось бежать ему с родителями. Потом возрастал в многодетной семье, я не думаю, что они были богатые. Трудился он, помогая отцу в семье плотников. Я думаю, что будучи послушным, ему приходилось это все делать, домашнюю работу. И при всем этом он был Богом. И очень интересная мысль, знаете, что он исполнял эту волю, его цель номер один была, конечно, быть послушным Богу. И написано об этом, я только что прочитал. Но в этом плане, и придя, согласившись на этот план спасения, согласившись с волей Божьей, было заложено наше спасение. То есть он страдал и все это сделал ради нас. До того еще, когда нас с вами не было, представляете? Мы же в нашей жизни, вот представьте, когда встречаемся с трудностями, с переживаниями,
В первую очередь мы побеждаем это ради себя, ради нашей жизни, ради нашего блага, ради того, чтобы быть со Христом. Повинуясь воле Божьей, повинуясь Слову Божью, мы сами тем самым, мы делаем себе же благо. Это не для кого-то, не для... Когда мы повинуемся нашим родителям, это в первую очередь мы делаем благо себе. Почему? Потому что написано, что те, кто будут послушны родителям, Бог тех благословит, я своими словами говорю. И во всем остальном, если мы стараемся исполнить Писание, если мы стараемся жить по нему, то в первую очередь мы это делаем ради себя же, во благо нам. Так Бог задумал. Благо приходит в первую очередь для нас. И потом через наше послушание Слову Божию мы являемся светом для окружающих нас людей, для наших детей, родственников, сотрудников на работе. И поэтому пусть Бог нам поможет в нашей жизни извлечь этот пример, рассуждать о жизни Иисуса Христа, видеть Его как великую жертву, которая началась с самого того момента, когда Он воплотился, будучи Богом, пришел во плоть и стал испытывать боли, страдания, холод, нужду, жажду, стал смирять себя, будучи ребенком, воле родителей, воле Божией дальше, и вплоть до самой смерти, до того смирил, как написано, смирил себя даже до смерти. И для нас это просто совершенный пример, для всех, для детей, для взрослых, как себя вести. И что интересно, что приходя на эту землю, на что я еще обратил внимание, живя, исполняя волю Божию, он старался, чтобы исполнилось не что-то новое, а то, что уже записано было в пророчествах. И сейчас у нас тоже есть Писание, оно уже записано. И нам просто его нужно исполнять. Для чего? Для того, чтобы исполнить волю Божию, для того, чтобы быть с Ним, для того, чтобы быть с Ним в вечности и уже на этой земле быть победителями над своей плотью, над своими страстями. И это радость. То есть у нас есть цель впереди, конечная цель. И в то же время жизнь христианина – это не только страдания, боль, переживания, хотя без этого я верю, что не может быть. Но это огромная радость, когда мы переживаем и видим, что я побеждаю во Христе, проходя эти страдания, проходя эти испытания, переживания. И пусть Бог нам поможет, когда нам тяжело, когда нам очень тяжело смотреть на Христа, который, будучи Богом, не пользовался своими возможностями как Бога, но как человек проходил это, оставляя пример для нас, что это возможно прожить не греша, с помощью Божьей, исполняя Слово Божье. И я бы хотел, чтобы мы просто об этом помнили в трудностях. Вы знаете, очень важно, когда ты что-то переживаешь трудное, иметь перед собой цель. Знаете, я бы хотел просто, как Христос имел эту цель перед собой, исполнить Слово Божье, так и мы должны видеть эту цель, победить с Богом, исполнить Слово Божье, за это будет большая награда, как Христа наградил Христос, наградил Отец, и написано, что превознес Его выше всякого колена, так и нас Господь обязательно за все, что мы были послушны на этой земле, написано, что не останется без награды даже то, что если кто-то подаст праведнику кружку холодной воды, за это будет воздаяние, и я верю в это, что будет воздаяние. И просто я хотел бы такой пример привести. Когда мы были детьми, знаете, мы жили на море Черном и любили купаться летом, ходили, купались и любили нырять. Кто дальше нырнет, соревновались с ребятами под водой. И вы знаете, когда ныряешь под водой, и ты плывешь, 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 и не видишь перед собой цели, кажется, все, у тебя сил нету, и ты выныриваешь. Но когда ты плывешь, плывешь, и кажется, все, сил нету, воздуха нету. Но вот она цель перед тобой. Откуда-то берутся силы, и ты уже доплываешь. Хотя, если бы ты не видел эту цель, 50%, чтобы ты не доплыл до самой цели. Хотя и тяжело, хотя и кажется, что уже вот-вот, все, сейчас сознание потеряешь, воздуха нету, но хочется быть первым, видишь цель и стремишься к ней. Так и в нашей жизни, когда мы видим эту цель перед собой
И вера наша, она растет от Слова Божия в то, что будет воздаяние нам за то, что мы были послушны Слову Божьему. То даже когда тяжело на этой земле, когда очень тяжело, и кажется, по-человечески нету сил, какие-то сильные переживания или по плоти, или болезнь пришла, или горе в нашу жизнь, мы можем пройти и победить, видя пример Господа нашего Иисуса Христа и видя перед собой эту цель. Пусть Бог нам поможет в этом. Давайте мы обратимся сейчас к Нему в молитве, чтобы Бог помог нам не на себя надеяться, надеяться на Господа. У нас есть прекрасный пример, как Он победил, и не отчаиваться, идти вперед, побеждать, потому что будет воздаяние за все это. Аминь.